Еще 18 волонтеров из Красноярска отправились на 27-ю летнюю универсиаду в Казань. Там они будут работать на стенде, который презентует Красноярск как кандидата на проведение игр в 2019 году. Наш корреспондент провожал волонтеров. На перроне не протолкнуться, добровольцев провожают друзья и родственники. Чтобы достойно представить Красноярск, на универсиаду отправили самых лучших. Они прошли жесткий отбор и 10 месяцев подготовки. Это время, проведенное с удовольствием, мы общаемся с людьми, мы радуемся. Я учусь, изучаю английский, испанский и французский язык, и поэтому я смогу общаться с иностранцами, поэтому, в общем, я и попала. Проксима универсиада, Баиста, Н. Красноярск. Специальную форму для студентов разработала красноярский дизайнер Наталья Кокина. Она использовала белый, голубой и розовый цвета, чтобы наша делегация ярко выделялась на фоне остальных участников борьбы за право проведения универсиады в 2019 году. Ребята уверены, что Красноярск вырвет победу у конкурентов. У нас есть желание быть в центре событий, даже то есть не всероссийского, а уже мирового масштаба. Впервые вместе с друзьями и родными добровольцев провожала Юлайка, символ универсиады 2019. Она же будет талисманом и оберегом нашей команды. Их задача рассказывать о том, где такой славный город, как Красноярск, чем он славится и какие у нас преимущества есть в этой конкурентной борьбе. И, собственно говоря, тоже быть частичкой той победы, которую мы рассчитываем привести в Красноярск уже 10 ноября. Два дня пути отделяет делегацию Красноярского края от Казани. Старт соревнований назначен на 6 июля. Всего на главное спортивное событие года в России отправились 170 волонтеров из Красноярска. Владимир Жаринов, Вячеслав Шапошников, Вести Красноярск.